Здравствуйте, уважаемые подписчики, меня зовут Людмила, и сегодня мы продолжим тему «Как вернуть мужа». В дополнение предыдущего видео хотела рассказать об еще одном ритуале, который тоже проверенный и работает на 100%. Значит, вам нужно слепить из муки две куклы, вот примерно вот так, дать им имена, имя мужа, имя соперницы. Посадить по разным углам дома, утром и вечером подходить к каждой кукле и говорить: вместе вам не быть и не жить, хлеба вместе не едать, детей вместе не качать. Аминь. Так делают 40 дней, не пропуская ни одного дня. Даже если муж вернулся, нужно до конца довести ритуала. Далее, когда муж вернулся домой, нужно как бы закрепить результат, так как, поверьте, соперница просто так тоже не сдастся. И даже если муж не вернулся, вам тем более нужно продолжать бороться. Конечно, существует много ритуалов, присушек, приворотов, ну и так далее. И каждый пользуется своими способами. Я тоже расскажу вам о своем проверенном способе. Для ритуала вам понадобится две свечи церковные и фото любимого. Допустим, это будет его фото. Нужно сплести две свечи вот таким вот образом. Вот таким образом. Поплотнее. Пока плетете, произносите слова: «Я не свечи сплетаю, а раба Божьего», произносите его имя, «с рабой Божьей ваше имя, навек вместе сплетаю, соединяю». А пока вы их скручиваете, нужно произнести это 9 раз. Скручивайте поплотнее, пока произносите 9 раз. Так подкручивайте, подкручивайте плотнее, плотнее. Свечу установить нужно перед фото. Зажигаете ее спичками со словами: «Я не свечи зажигаю, а душу и сердце раба Божьего», называете его имя, «по рабе Божий ваше имя». Пока свечи горят, нужно 9 раз произнести слова: «Как эти свечи вместе сплелись, так раб Божий», называете его имя, «с рабой Божий свое имя, вместе сойдутся, сплетутся, как эти свечи никогда не разойдутся, так и раб Божий, его имя, с рабой Божией, ваше имя, никогда не разойдутся». Этот ритуал нужно делать 9 дней, желательно на растущей луне. Ну, на этом я заканчиваю видео, а вам советую запастись терпением и обязательно уверенностью, так как во время ритуала вы будете обращаться к высшим силам. А наши мысли материальные, и без уверенности вам не обойтись. А в следующем видео я расскажу вам, как навести тоску на любимого. Поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить его. До новых встреч!